«Курс на здоровье». На площади Ленина состоялась антинаркотическая акция под названием «Молодежь за здоровый образ жизни». Больше сотни подростков вышли на улицу, чтобы показать, веселый досуг может быть без наркотиков. Ну, я очень позитивно отношусь к спортам, активно им занимаюсь, люблю баскетбол. Вообще подвижный образ жизни. Занимаюсь хип-хопом уже год. Я не пью, я не курю. Я этим горжусь. Поддержали ребят в столь полезном деле районные власти. Мы за здоровый образ жизни. А что такое здравствовать? Это значит находиться в гармонии с самим собой, с природой. Это значит искоренять в себе вредные привычки. Много чего делается в Щелковском муниципальном районе для развития спорта, молодежной политики, здорового образа жизни. Безусловно, мы будем прилагать все усилия для развития массового спорта, сдачи норм ГТО. И все это за здоровый образ жизни. Творчество молодых талантов удивляло не только прохожих, но и самих участников. Яркое впечатление произвели танцевальные и вокальные коллективы, представители Щелковского драмтеатра, кикбоксинг. Заворожили зрители выступления в холодную погоду босых каратистов. Принять участие в мероприятии смогли и проходящие мимо зрители. Для этого были организованы танцевально-физкультурные номера с запуском шаров в небо. Очень приятно, что гуляющие просто жители города сегодня присоединились к нам. Очень много семей, которые мне сказали, что вообще рады музыке. Рада такому поводу отдохнуть. Ну, надеемся, что в этом году, как минимум осенью, повторим такую встречу. Ну и летом на наших площадках, на Дне молодежи, в нашем профильном празднике обязательно будут подобные лозунги звучать. В таком формате в районе молодежная антинаркотическая акция проходила впервые. Она не только показала здоровые пути организации досуга, но и продемонстрировала разнообразие культурно-досуговых и спортивных секций в муниципалитете. Марина Позднякова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».